Всем привет, мы продолжаем играть в Атаку на Титанов. И нас... у нас началась вторая глава. Теперь мы играем не за тех, кто защищал внутренние рубежи, а за тех, кто выходит за пределы безопасной зоны и расчищают территорию для того, чтобы заново захватить крайнюю стену, которую когда-то там проломили Титаны 5 лет назад. Ну, вроде как, все правильно. Глава вторая. Крылья свободы. 一人で一個で旦那みの戦力があるってよ。ち、うるせえな。みんなの戦望の眼差しも、あなたの潔癖すぎる性格を知れば幻滅するだろうね。調査兵団による壁外調査の主な目的は、5年前に陥落したウォールマリア奪還のための布石を打つことになる。 廃墟と化した町や村に兵站拠点を設置し、壁を破壊された志願しなくに大部隊を送るための進軍ルートを確保すること。この重要な任務を託される調査兵団は人類の英知の結晶である。 Ну да, у нас сейчас основная задача — это расчистить территорию и перехватить ту стену, которую 5 лет назад захватили Титаны. Хорошо. Ну, давайте выдвигаться. Леви или Левай. Наверное, Леви. Хорошо. Опять же, наверное, нет смысла там оружие смотреть, материалы. Просто пошли дальше. Так, ну, она готова, она, Петра. Петра готова сражаться с Титанами в любое время. Как? Все хорошо. Она не хочет разочаровать народ. И мы скоро двигаемся, правда? Да, погнали. Да. Это у нас имя такое? Не знаю. Леви. Во, все, так лучше. Самый сильный солдат человечества. А чё, все, уже начинаем... Так, значит, если мы достаточно быстро летим на Титана, то можно какой-то суператакой бить.
Ну, давайте попробуем. Ну, урона много проходит. Да, вроде как все получается. Кто это у нас? О. Так, что-то нам надо сделать. Задание вон справа. Не совсем я понимаю, что от меня хотят. Ну, окей. На крышу залез. Так, это все хорошо, но задание это задание. Непонятно, что от меня хотят. Так, буква L английская. Давайте посмотрим, что это может быть. Controls. Просто буква L. Ну, естественно, тут ничего нету. Понятно. Так, можно карту переключать? Хорошо, можно... Ладно. Ну, пошли тогда пока людям помогать. Так. Секунды у меня на что-то осталось. Ну, больших титанов вроде как надо рубить. Так, хорошо, да, вон они на карте отмечены. Давай тогда сразу по голове. Попробуем. А, чуть-чуть не хватило. Так. Провалили. Один остался там еще. И что теперь? Это вроде как вообще первая миссия провальная была за все время. Ну, теперь ладно, пошли по совещательному знаку тогда. Так, и чего делать-то?
Мы берем пока людей. Опа. Да. Команда-то у нас жесткая. Две эски, одна А. Так, ну что, нужно титанов в центре города больших зарубить, это понятно. Так. Не, ну Леви мне нравится, он всех ваншотает, конечно. Это прям жестко. Вообще без вопросов причем. Так, ага, этот жесткий. И что, ему нельзя по голове сразу бить? Угу. Так, понятно. Ладно, давайте тогда сначала с этим разберемся. Так, значит, опа, он кого-то там держит, что ли? Ну, надо спасти, попытаться. Могу я? Ну-ка, вон по руке. Ага. Не пробьем. Ладно, давайте сначала ноги тогда. Ага, что-то он больно прочный. Так, ну... Так, открепимся. Всем помощь нужна? Ладно, ни газа, ничего нету. Погнали, врубим. Режим супер этот. Сейчас, отлечу подальше. Во. Все. Погнали. Так. Так. И что, теперь... Ага, теперь можно по голове. Отлично. Ах, ты ж схватил. Ладно, полечимся. Еще бы припасы было неплохо получить. Да, нужны припасы. И спасать еще нужно всех. Так, он мне припасов не даст. Вон там лежат. Ножи, мечи. Где? Вот. Так, и газ еще нужен. Где... Вот. Так, хорошо. Давайте газ сразу заюзаем и пойдем спасать чувака. Вроде как его уже есть собирались, но...
А, не получилось. Ладно, давайте сначала руку. Так. Ага, опять можно суперсилу подрубить. Ага, опять дымовые сигналы. Так, ладно, нет. Пойдем сначала спасем народ. Ага, чё тут толпа народ собралась? Не дело. А, да, точно, гранаты же есть для таких. Ну-ка. Бум. Не знаю, сработало, не сработало. Лол, его маленький этот ест. В последнюю секунду. Так. Скоро ножи надо будет новые использовать. Хорошо. Еще бы припасы не помешали, на самом деле. Есть где-нибудь халявные? Вот вроде здесь где-то есть. Вон они. Отлично. И может сразу еще возьмем. Так, ну почти все из тех, что на карте видны, по крайней мере. Да, подкачанный такой. Где он? Вон там, что ли? А, нет, в другой стороне. Ну, думаю, подрубим суперсилу, и он, как остальные, развалится. Не, давайте по нему. Да, вот так вот. Блин, столько хп. Может и не развалится. Ну-ка. Чё так мало урона? Ладно, пожалуй, это будет не так просто. Окей, сначала маленький. Понятно. А где я? Вот я. Пошел.
Как уж он прям носится-то? Фига себе там атаки сериями. Тройные атаки. Этого все равно не хватает. Так, теперь руки надо бить. А что, я могу управлять ими? Союзниками? Или они все-таки сами? А, они атакуют ту же часть тела, что и я. Понятно. Все? Да, впервые встретили титанов, которые не умирают с одного удара. Неплохо. Сасгава токубецсаксен хандана. Таозен но шигото десу. Ямете ё! Данчо ни бака да то оморэру дешо!残念。もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。ええ？そんな！あの子たちの死体を調べる暇もないのかい？いいかい？そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのは。エルビ、あのクソメガネはほっとけ。ああ。志願しなくまでの進軍ルート。 Ну, хорошее начало. Если будем продолжать в таком же темпе, то все будет круто. Ну, опять куча денег, материалы. О, уже неплохие материалы пошли. Может, скоро и улучшим оборудование. Но это уже будет, скорее всего, в следующем выпуске. А на сегодня все. Всем спасибо и всем пока.